Детский сад «Ромашка» стал обладателем медали национальной премии «Золотой фонд российского образования». Столь высокой награды коллектив учреждения удостоен за победу в конкурсе «Лучший проект образовательного учреждения». В чем заключалась суть их работы, узнавала Ольга Попова. Перед нами пожарный щит. Ребята, скажите, пожалуйста, а для чего нам нужны эти специальные приспособления? Чтобы тушить пожар. А какими же будете средствами утушить пожар? Что вам для этого пригодится? Огнетушитель. Обязательно. Песок. Вода. Вода. В современном мире даже у детского сада должен быть свой положительный имидж. На его создание был направлен проект «Шаг за шагом», который в «Ромашке» реализуют с 2010 года. Это разработка логотипа учреждения, создание единого образа и стиля одежды сотрудников и персонала нашего учреждения. Было проведено большое количество рекламных мероприятий, открытие шахматного клуба, открытие детской экспериментальной лаборатории. На презентацию, к примеру, этого шахматного кабинета приглашали представители образования города и, конечно, родителей. Родители, конечно, все в восхищении. Дело в том, что у нас, как вы видите, имеются компьютеры в этом классе. То есть дети могут закреплять свои знания по обучению игре в шахматы на компьютерах. И они также играют парами, садятся друг против друга и могут соревноваться. Нравится играть в шахматы и самим мальчишкам и девчонкам. Ходят сюда все без исключения ребята из подготовительной и старших групп. Таня Медведева, к примеру, сейчас готовится к городскому шахматному турниру. Ей всего 6 лет, но уже с 5 она знает, что такое шах и мат и как нужно ходить королем, ладьей или обычной пешкой. Играть научил дедушка. Вот и сейчас Таня выигрывает у своей подруги, но в данный момент соперницы Ольги Ивановой. Твой ход. Твой ход? Да, твой. Я играю как бы в шахматы с 6 лет. На кружок я точно не хожу. С папой, если проигрываю, то мама и Вика не умеют играть в шахматы, потому что... Хорошее настроение ребятам создают и яркие сочные цвета, использованные как в оформлении групп, так и в одежде сотрудников. Кстати, «Ромашка» – единственный сад города, в котором и заведующие, и воспитатели одеты в одном стиле. В выборе цветовой гаммы ориентировались на название сада. Это белый, желтый и зеленый. На логотипе тоже присутствует «Ромашка». Солнце – это признак тепла и сохранения жизни на земле. Растение «Ромашка», которое стремится к свету, и также его чистые и белые лепестки – это дети, которым мы должны дать в жизни все, чтобы ребенок по жизни пошел благополучным. Старания коллектива детского сада по созданию позитивного имиджа учреждения оценили на высоком уровне. Из 700 участников конкурса по присуждению общественных наград национальной премии «Золотой фонд российского образования» проект «Ромашки. Шаг за шагом» признан лучшим. В награду дипломы и золотая медаль, а еще признание, уважение коллег и родителей. И самое главное – счастливые лица самих ребятишек. А их в большой ромашковой семье – 98. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города.